Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система и обновления». Здесь мы выбираем «Резервное копирование и восстановление». Далее выбираем резервное копирование Google и нажимаем вот здесь на галочку. И таким образом включаем. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.